видно сразу, какой человек, экспрессивный или спокойный, выводит он буковки, наоборот, пишет там так, как курица лапой. Мне кажется, на данный момент очень важно, чтобы у человека был хороший поставленный почерк, причиненный, чтобы хотя бы можно было разобрать, что написать в первую очередь, а во-вторых, чтобы выдавало человека как бы за образованного, культурного. Мне кажется, почерк, ну, показывает, какой у человека характер, ровный такой, спокойный, а когда такой что-то такое... По-моему, в нервной системе что-то непорядок. Почерк зависит еще от характера же. И грамотно надо написать. Ну а так, не всегда компьютер же под рукой. Мне кажется, если кому-то уж не повезло с почерком, да что поделать. Сейчас можно, да, смс-ки писать и прочее. Так что, мне кажется, не влияет особо. Всегда, наверное, важно красиво писать. То совсем разучились уже не писать, не читать. Аккуратность, наверное. Порядок, в общем-то. Ну, хотя не обязательно. Вон у врачей почерк. Шифровка сплошная. Но тем не менее умные люди. Говорят, что корявый почерк – это те, кто интеллектуалы. У них почерк не бывает правильный. То, что было правописание в школе, это было давно-давно. А теперь, если почерк не очень красивый, это, наоборот, говорит о том, что человек достаточно умный. Просто, что он не уделяет этому внимания именно.